Доброе утро, дорогие друзья! Сегодняшний рассвет у нас открывает Луна. Достаточно символично. На светлеющем небосводе расположилась стареющая Луна в ожидании Солнца, которому она передаст бразды и право управления на ближайшие дни, на время рождения молодой Луны. Вот такой у нас с вами начало сегодняшнего рассвета. Необычный у нас сегодня и восход солнца. Солнце пробилось сквозь плотные облака и окрашивается малиновым цветом. Необычная палитра красок для рассвета. День наступил. С добрым утром, дорогие друзья!